Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас такой немножко поболтушечный ролик. Я его, да, немножко пишу заранее. Спон прям, знаете, в день рождения вышел, и все было крутотенюшно. Если мы зайдем на вкладку о канале, то мы здесь увидим дату регистрации 28 декабря 2013 года. Я зарегистрировал этот аккаунт на YouTube, но есть одно большое но. Если же мы посмотрим самый первый видеоролик, который я залил на этот канал. Друзья, всем... Ёшкин кот, какой отвратительный. То на нем видно дата премьеры 29 января 2019 года, друзья, и это было ровно год назад. И в связи с этим, не знаю, хочу поздравить, наверное, и вас в том числе, что этот год прошел, и я вроде как и не забросил это дело. Хотя оно на самом деле отнимает у меня очень много сил и времени, и, к большому сожалению, оно меня не кормит. Я, честно говоря, даже не думал, что я продержусь целый год. Кому-то может показаться, конечно, что такое год, это же вообще ничто. Если мы посмотрим на аналитику, то мы видим, что ролики выходят практически каждый день. Иногда бывают перерывы, в начале вот года был перерыв из-за праздников, но это было вполне логично. Но, в общем-то, я как-то нахожу время, стараюсь все это делать и, в общем-то, давайте продолжать в том же духе. От вас активности, с меня видосики. Я надеюсь, они вам нравятся, раз вы смотрите их. Отдельно, друзья, я хочу, конечно же, поблагодарить людей из вот этого вот списка. Давайте я, наверное, его даже покрупнее сделаю, чтобы вы все прекрасно видели наших героев. Это те люди, которые поддерживали меня материально на протяжении этого года. И именно благодаря им, скажем так, качество контента повышалось ровно в той степени, насколько оно могло повышаться. Я прекрасно понимаю, что это не предел и есть куда расти, но все мы люди. И в первую очередь нам хочется кушать, мы ходим на работу и так далее. Но вот этим всем личностям хочется сказать отдельное спасибо от всей души. На сегодняшний день, на 27 число, наша армия выросла почти на 7 тысяч, наверное, 29-го уже ближе к 7 немножко будет. Я, честно говоря, не знаю почему, но я в принципе рад этой цифре, это больше, чем у некоторых. Правда, всегда есть чему стремиться, поэтому мы будем продолжать. Также, друзья, хочу сказать вам о том, что появилась на канале спонсорка. Спонсорка не ютубная, спонсорка с помощью сайта patreon.com. И здесь, в принципе, если есть у кого-то желание, вы, соответственно, можете стать спонсором канала. Здесь есть 5, скажем так, я не знаю, тарифных планов, что ли. И, в общем-то, получить некоторые плюшки, скажем так, за это. Ссылочка, в общем-то, есть в описании, можете почитать, что там да как. Я сейчас в больших раздумьях по поводу других игр. Очень они меня не радуют по просмотрам, хотя я прекрасно понимаю, что здесь все фермеры сидят. Вообще про деньги не очень приятно говорить, но такова наша жизнь. Если бы все это не отнимало столько времени, сколько это отнимает, то я бы, честное слово, делал бы это все на добровольных каких-то началах, что ли. Но времени это, увы, отнимает просто уйму, и из-за этого приходится ходить на сраную работу. И, в общем-то, есть вот такой вот способ меня немножко разгрузить. Никого не заставляю, все на добровольных, скажем так, началах. У кого есть желание, милости просим, ссылка в описании. Также, друзья, как я уже говорил в поздравлялке к Новому году, у нас скоро, я почти уже доделал, скоро будет типа что-то турнира по фарминг-симулятору 2019. И поэтому сейчас в правом верхнем углу, как обычно, появляется голосовалочка. Там, в общем-то, 3 варианта ответа. И большая просьба ответить честно на этот вопрос. Первый вариант – хочу участвовать для тех, кто действительно хочет и может это сделать. Второй вариант – для тех, кто не может участвовать, но ему это интересно и он хочет за этим всем понаблюдать. И последний вариант – кому это абсолютно не интересно, кто не хочет вообще с этим связываться, не хочет на это смотреть. В общем-то, мне очень важно ваше мнение. От этого, скажем так, зависит, будет ли все это дело проходить. Ну а для тех, кто хочет участвовать, друзья, тренируйтесь пилить деревья, тюковать тюки, в общем-то, работать на фермочке. Сегодня вечером, друзья, скорее всего, будет стримец по Зеленой долине. Там, где мы отметим это наше достижение, не знаю, достижение, год это достижение, наверное, это достижение. Вот, так что поболтаем ориентировочно, где-то часиков 8-9 мы стартанем, разумеется,
заранее у нас будут все анонсы. Да, кстати, так как YouTube у нас не рассылает уведомления, то вот можете вступить в группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. И, соответственно, здесь вот такая замечательная кнопочка есть, уведомления включены, вот они у меня включены. Вот включить уведомления включаете, и, соответственно, у вас будут уведомления заранее обо всех стримах. Я вот здесь вот все это дело публикую. Здесь общения у нас, как правило, не особо много, но пока что используется эта площадка именно для этого. Или же, друзья, можете присоединиться к нашему серверу в Дискорде. Тут поболтать, в принципе, можно, но и тут я тоже все уведомления о стримах вот с таким вот тегом, то есть вам придет именно уведомление, если вы, конечно, их специально не отключите. Все вот это вот дело приходит, и все будет работать. На этом, друзья, наверное, у меня все. Еще раз огромное спасибо за то, что вы у меня есть. Ну и, видимо, с днем рождения. Пока-пока.